Здесь не бывает скучно, всегда полно друзей. Воспели, приглашали, свой дворик поскорей. Привет, дружок! Как хорошо, что ты заглянул в наш маленький дворик. Меня зовут Эля. У меня есть отличная идея. Давай каждый день будем рассказывать хоть одному человеку об Иисусе. Тогда за неделю узнают о Боге и изменятся уже 7 человек. За полгода 180. И это можешь сделать ты один. Ар! Не слушай ее, дружок! Она все врет. Здравствуй, ворона! Ты, как всегда, появляешься неожиданно и почему-то считаешь, что я обманываю. Но ведь потом каждый раз понимаешь, что я говорила правду. Кар, в этот раз точно врешь. Ох, ворона, ну почему ты так решила? Потому что я на собственной шкуре, на своих собственных перьях убедилась, что это не так. Дружок, даже не вздумай никому ничего говорить о Боге. Засмеют, будут дразнить. Мало того, могут весь хвост повыдергивать или фингал под глаз поставить. Кар! Так, стоп! Подожди, ворона, ты что, опять в какую-то историю влипла? Почему-то мне кажется, что ты, ворона, что-то не договариваешь. Кар! Еще чего! Я самая честная ворона в мире, в отличие от некоторых девочек, живущих в своих двориках. Понятно? Вот позавчера я пыталась белке рассказать об Иисусе. Так она мне шишкой чуть глаз не выбила. Смотри, какой синяк! Кар! А потом еще на весь лес кричала: «Вы только посмотрите на эту нахалку! Ворует мои орехи, а потом о Боге приходит рассказывать!» Так вот оно что! Ворона, оказывается, ты все еще воруешь? Кар! Кто? Я? Да ни за что на свете! Ну, разве что иногда... Кар, ну это совсем редко и по мелочам. Ну да, взяла я у белки когда-то пару орехов. Зачем же из-за этого столько шума поднимать? Это не имеет никакого значения. Главное то, что она не захотела слушать меня. И тебя, дружок, не захочет. Так что сидите тихо и молчите. Кар! Даже и не подумаем. Мы же не воруем, как ты. А это еще здесь при чем, Кар? При том, что, похоже, тебе надо услышать одну историю. Думаю, что тогда все станет на свои места, и ты поймешь, почему белка прогнала тебя. Ой, только не надо мне снова рассказывать про то, что воровать грех. Кар! А я и не буду. Тем более, что ты сама все знаешь. Это история о другом. Дружок, думаю, что тебе тоже будет интересно ее услышать. Так что устраивайтесь поудобнее, я начинаю свой рассказ. Это произошло, когда Иисус призвал первых учеников: Иакова, Андрея, Иоанна и Петра. Они были рыбаками, но оставили свои лодки и сразу же последовали за Господом. С того момента, куда бы ни направился Иисус, за ним шли ученики и внимательно слушали. Спустя некоторое время они решили, что могут уже учить других. «Я предлагаю помочь Иисусу! Вы только посмотрите, как он устает!» – сказал Петр. «А мы уже так много знаем! Давайте тоже начнем учить!» Другие ученики поддержали Петра. «Давай! Это ты хорошо придумал!» Но у них ничего не вышло. Люди смеялись и прогоняли учеников. Вот-вот, Кар, я тоже говорю, что у вас ничего не получится. Подожди, ворона, это еще не все. За Иисусом, как всегда, шла огромная толпа людей.
людей. Поэтому он поднялся на гору, чтобы все смогли хорошо видеть и слышать его. Когда все разместились вокруг, он стал учить. Опечаленные ученики с трудом пробрались к Иисусу. «Что мы делаем не так? Почему люди прогоняют нас, в то время как тебя готовы слушать день и ночь? Мы же рассказываем им только то, что слышали от тебя!» В отчаянии воскликнули они. Иисус улыбнулся и продолжил говорить с народом. А потом повернулся к ученикам, пристально взглянул на них и сказал: «Вы – свет мира!» Они сразу же все поняли и опустили головы, потому что им стало стыдно. Кар! А я вот ничего не поняла. Свет мира? Кар! Ученики что, должны были светиться, как электролампочки, чтобы люди стали их слушать? Ну так я не лампочка, светить не могу. Смешная! Конечно же ты не лампочка, но светить должна. Кар! Это как же? Быть доброй, поступать справедливо. Это и будет твоим светом. Ученики вспомнили, что во многом они поступали совсем не так, как их учил Иисус. Петр часто сердился по пустякам и кричал на других. Андрей ленился помогать старшим и не уважал родителей. А Иаков и Иоанн, хоть и были братьями, но часто ссорились и завидовали друг другу. Поэтому люди не хотели их слушать, когда они говорили о том, что надо любить, прощать других и уважать родителей. Скажи, ворона, как ты можешь говорить кому-то об Иисусе, если сама воруешь? Теперь понимаешь, почему белка не захотела тебя слушать? Кар! Теперь понимаю, Кар! Какой позор! С сегодняшнего дня я буду жить только так, как учил Иисус. Кар! Я стану светом миру! Кар! 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 Это правильное решение! А ты, дружок, поступаешь так, как написано в Библии? Если нет, то начни прямо сегодня. Помни, ты – свет мира. Иисус был самый хороший на свете. Он всех любил так, как любят дети. Голодных кормил и больных исцелял. Надежду людям давал. Но время прошло, и воин жестокий прибил Иисуса на крест высокий. Ему было больно, но он терпел, он нас спасти хотел. Бог так полюбил этот мир, что Сына за нас отдал, чтоб вечно жили я и ты, Иисус на кресте умирал. Бог так полюбил этот мир, что Сына за нас отдал, чтоб вечно жили я и ты, Иисус на кресте умирал за тебя и меня. За тебя и меня. За тебя и меня. Хочешь иметь Библию с картинками, то напиши мне, я с радостью вышлю ее для тебя. Мой адрес: Эллен Дворик, почтовый индекс, очень простой, 1-2-3-4-8-1, город Москва, абонентский ящик 41.
Thank you.